O să mă refer tot la programul dumneavoastră, contractul electoral. Multe dintre punctele acestuia par populiste, sunt radicale. De pildă, așa cum am mai vorbit despre deschiderea dosarelor penale pentru promisiunile neîndeplinite, interzicerea plecării peste hotare pentru demnitarii și foștii deputați, averile cărora sunt mai mari decât veniturile legale, la modul practic nu prea văd cum s-ar întâmpla și cum vă veți ține aceste promisiuni. Nu, spasibă za reclamă, care vă сделали мне. Два пункта прошли, желательно, чтобы все, пункты прошли. Для чего люди сейчас смотрят телевизор и смотрят на нас, на конкурента? Для того, чтобы те, кого они изберут во власть, пришли и реализовали проблемы. Если люди 23 года знают, что воруют все и видят огромные дома шикарные, мерседесы, БМВ на дорогах, а у них бедно, то люди чувствуют, понимают, что украли у них. И кто-то этим пользуется. Сейчас они опять идут на выборы, и они хотят выбрать тех, кто способен то, что украдено, отнять и отдать им обратно. Поэтому мы и говорим, что мы за 23 года, кто бы ни менялся во власти, никто не посадил тех, кто были до них. Почему? Потому что все приходят в власть очередной раз воровать. Да, поэтому пропонуйте хайдучие, домой Шелин. Почему хайдучие? Нет, все по закону будет. Значит, поэтому мы первые, кто говорим нашим избирателям, что мы берем на себя уголовную ответственность, согласно статьи Уголовного кодекса 329, о том, что мы выполним взятые обязательства. И мы говорим о том, что первый закон, который мы примем, это закон, запрет. Что такое парламент? Это власть народа, мы народные избранники. Мы имеем право принимать те законы, которые считаем нужным, если в нас народ поверил. В этом сила народной власти, что те, кому не доверяет власть, должны принимать такие законы, которые нужны людям. Не европейцам, не русским, не американцам, а людям. Так вот, людям нужно один раз, чтобы разобрались со всеми 23 годами воровства и грабежа страны. Поэтому мы говорим, что мы приняли специальный закон, согласно которого сделаем запрет на выезд за рубеж бывшим министрам и депутатам и арестуем счета и собственность, превышающие легальные доходы. Что вы с этим не согласны, как гражданка? Domnule Шелин, вам благодарю. Время expired.